футболист на эту провокацию и сделал ту работу, которую они подготовились, изучили этого соперника, технически выставили бой правильно. Ну и в пятом раунде Хищник был наказан нокаутом печени, колено. В область печени, колено. Да, где это все происходило? Да? В Брюсселе. Происходило в Брюсселе, в Бельгии. То есть там большой турнир. Ну вообще вот хотелось бы, вот есть подборка фотографий, если интересно, то Стас вам предоставит. И есть тоже контакты, пожалуйста, да, то есть посмотрите будет бой. То есть, как, ну, не первый раз выезжаем на такие турниры. Но вот хотелось бы, чтобы вы понимали, что это огромный зал 10-тысячный. Да, вот были в Стамбуле, там Global Arena, там, например, там 25-тысячный, я не помню. Вот этот зал 10-тысячный, Music Hall, брюссельский, да? Там, да, Майкл, вот опять подсказывает, Майкл Джексон выступал. Ну, то есть, один из самых больших залов. Он был почти наполнен, полностью на 90% заполнен. И билеты, цена билетов от 49 евро до 7 тысяч евро. И трансляция на 164 страны. Вы можете представить, то есть вокруг ринга стоят столики, там обслуживание официанты, то есть там шампанское, вино, легкая закуска. Там тот столик возле ринга, он стоит место одно 7 тысяч евро. И эти столики все заполнены. Вы можете представить, какой интерес, какой ажиотаж вообще происходит. И вот хотелось, я думаю, много уже говорю, лучше пообщайтесь с Артемом, хотелось бы к вам, журналистам, обратиться, чтобы вы понимали, вот одна просьба, так же, как и Федор Емельяненко стал в России популярен и известен последние 3-4 года. То есть мы вот с Артемом выезжали, допустим, были в 2008 году в Корее, когда Федор Емельяненко где-то как-то кто-то слышал, да, в 2008 году были всемирные игры по неолимпийским видам спорта, ну, и в рамках чемпионата мира выходил, Артем там стал чемпионом. И был этот момент там Федор Емельяненко. То есть его фанаты топают, фанаты встречают в аэропорту, берут автограф, фотографируются. То есть вот в Европе, в Америке, в Азии культ вот, смешанных единоборств. Ну, понятно, бокс само собой, а вот если бокс по правилам К1, это же и шоу-тайм, это уже не тайский бокс, это другие правила. И смешанные единоборства. Там знают этих всех. То есть вот Артема больше знают на Западе, чем здесь, в России, во много раз.